Можайское шоссе – главная дорога города и района. В этом году на всем участке трассы в черте города проводится замена дорожного полотна. Нам еще хочется отремонтировать Можайское шоссе так, чтобы через полгода или через год не приходить сюда ни с ямами, ни с заплатками, ни с новым ремонтом. По нашим договорным отношениям, 2 года гарантии после проведения работы, мы понимаем, что 4-5 лет данное покрытие должно простоять до следующего капитального ремонта. Еще раз подчеркну, наш акцент на качестве, поэтому приемка работ проводится тщательно. И нашими сотрудниками специализированной службы, и также государственной лабораторией «Лабрадор», с которой также заключили контракт и имеем договорные отношения. Площадь ремонта 78 тысяч квадратных метров, протяженность дороги 3,5 километра. Замена асфальтового покрытия проходит согласно графику. Готовность составляет уже порядка 75%. На днях подрядчик начнет наносить на участке дорожную разметку. Весь комплекс работ на Можайском шоссе по поручению губернатора Московской области будет завершен к 1 сентября. Работа продолжается на следующем участке от улицы Вокзальной, дальше до улицы Говорова. Уложено больше 30 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В настоящее время планируется, вот сегодня ночью уложили еще 5 тысяч, будем укладывать, пока не закончится работа на Можайском шоссе. Организация, выполняющая функцию строительного контроля на данном участке автомобильной дороги, провела измерения поперечной и продольной ровности. Все показатели соответствуют норме. Строительный контроль делится на 2 этапа основных. Это операционный контроль и строительный контроль. Операционный контроль – это определение качественных характеристик выполняемых этапов строительно-монтажных работ. Операционный контроль – это контроль качества используемых материалов. При операционном контроле основные этапы – это измерение геометрических параметров, что мы с вами наблюдали. Это промер площади, длины, ширины и продольных поперечных уклонов. Также дорожники взяли образец керна, зафиксировали толщину его слоя. Материал направили в лабораторию на экспертизу, чтобы проверить качество уложенной асфальтобетонной смеси, ее физико-химические свойства. Исследование будет готово в течение 3 дней. По его результатам решится вопрос о приемке работ.